Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Видновскую районную клиническую больницу. Как рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, медучреждение полностью готово к проведению вакцинации. В первую очередь будут прививаться люди, входящие в группу повышенного риска. Это медики, сотрудники сферы образования, МВД и МФЦ, без признаков простуды и гриппа, не болевших коронавирусом, не имеющих антител COVID-19 и в возрасте от 18 до 60 лет. Пока по квоте будут привиты 80 жителей Ленинского городского округа. Актуальная информация о поступлении очередных партий вакцины и вакцинации других категорий граждан будет размещена на информационных ресурсах ВРКБ.